Дорогие друзья, мы наконец доехали. Ну, не тонна, конечно, но да, какой-то приятный объем медицины. Спасибо огромное. Спасибо большое, спасибо. Это всем, очень кто... много спасенных людей. Спасибо вам! Да, скажи, пожалуйста. Слава Украине! Героям слава. Путин хуйло. 100%. А там есть ответка какая-то? Ответка должна просто прилететь ему. Все, да, прилететь. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя со склада пропало за это все время? Пропало? Да. Ну, есть четкое понимание, что гуманитарку в Украине крадут. Не, у меня ничего не пропадало. Ничего вообще. У меня только один раз спиздили 1000 аптечек в самом начале. Но это на другом складе в Польше. А никогда ничего не пропадало. Мы работаем 3,5 месяца. У нас ничего не пропадает. Мы... Ничего. Везем из Лондона и из Германии. И, очень много всего. Привозим вот прям на склад в Киев. И дальше, наверное, будем везти прямо сюда напрямую машины, чтобы нигде точно ничего никак не пришло ни позже, ни пропало. Поэтому, если у вас есть желание оплатить, у нас нет никакого фонда. Мы выставляем... От приличной аптеки или от медицинской компании инвойс вы оплачиваете, и мы все расходы на доставку, все оформление, все берем на себя и привозим на вот этот прекрасный склад, который феноменально работает все уже 4 практически месяца. Да. И Тата Кеплер, посмотрите ее Инстаграм, он будет здесь. И это, наверное, одно из самых... Место самой высокой репутации, наверное, по качеству спасибо работы. Большое. Вот, поэтому мы вместе. Спасибо. Пиздарез наш профиль.